Всем привет. Итак, туториал по счетчику. У меня уже есть группы. Нам понадобятся рутовые партиклы, соответственно, сами числа, которые будут привязаны к группе roots, и какие-то лейблы. У меня уже есть, ну, то есть инстансы для моих цифр. Вот. Ну, давайте начнем. Создадим какой-нибудь сет, названный рождение. Создаем, допустим, руты position generator position born. Создаем, ну, давайте начнем с одного. Это у нас группа roots, выживут долго. Ну и я хочу, чтобы это все было задавалось с помощью какого-то хелпера, который потом можно будет поменять на helper TP. Это node position. Давайте создадим какой-нибудь helper. Так, point. Пикнем point. Вот. Смотрим. Так, roots. Давайте ticks поменяем. И вид хелпера поменяем на box. Ну вот у нас создался рутовый particle. И давайте, ну, давайте для начала, для простоты, ну, соответственно, нам понадобится, чтобы на основе рута создавалось несколько партиклов группы numbers, ну, потому что несколько разрядов числа, но для начала создадим просто один партикл, соответственно, просто скопируем, чтобы один партикл, то есть у нас между этими партиклами будет итератор, который будет рождать, соответственно, число разрядов. Вот. И говорим numbers. Ну, собственно, и все. Пусть будет прикол. Вот. Давайте зададим, соответственно, shape. Нам нужно задавать не здесь. Так как shape у нас будет меняться в процессе времени, то нужно это делать в отдельном сете. Давайте назовем его numbers shape. Берем numbers, и очевидно, нам нужен shape geoinstance. GeoInstance. Давайте пикнем наши, как я и говорил, давайте выделим их один за одним, так как порядок имеет значение. Вот, и пикнем. Давайте посмотрим. Ну, у меня стоит отображение Vertex Color. Давайте снимем. Это из примера осталось. Вот. Ну, сейчас он выбрал, соответственно, у нас один партикл, он выбрал первый shape. Соответственно, давайте группе numbers запишем в память, собственно, число. Давайте будем делать как большие и создадим memory. Так, нет. Создадим главный оператор memory один, где мы будем задавать все, так сказать, переменные в нашей системе memory. И пусть это будет, ну, integer, допустим, и число. И здесь мы зададим какое-нибудь число для начала при рождении. Memory, оператор стандарт memory. И давайте
переместим его наверх, назовем его memory main. Это для удобства, потому что ну, этот подход удобен, если вы что-то удалили из какой-то сетов, у вас пропали все переменные в системе, это не очень удобно. Ну, как бы гораздо удобнее создать один memory главный и в нем заводить все переменные. Декларировать, так сказать. Ну, давайте... так, integer при рождении зададим, ну, не знаю, пусть будет 3 для начала. Я просто хочу показать, как работает вход у GameInstance. У него есть вход shape number. То есть, соответственно, это вот 0, 1, 2, 3. То есть, эти шейпы имеют номер. Поэтому, если мы возьмем число, которое у нас в памяти, извлечем, там троечка записана у него. Так, я не вижу outputs. Outputs и подадим. Смотрим. Да, ну то есть мы видим, что меняя это число, то есть выбирается нужный shape. Окей, как бы с одним разрядом все понятно. Как давайте создадим число, состоящее из нескольких разрядов, и посмотрим. Соответственно, нам нужен итератор. Не шейтер, а итератор. Так, на основе рута будет запускаться итератор. Соответственно, давайте выведем параметр count, это число наших разрядов, это integer. Ну, потом все эти параметры можно вывести наружу и создать blackbox, но сейчас я пока все это буду держать внутри. Число разрядов, там, ну, не знаю, пусть будет 3 для начала. Нам нужно, соответственно, на основе позиции этого рутового партикла сделать, создать еще несколько позиций. Ну, то есть, как это выглядит. Давайте я что-нибудь попробую нарисовать. Ну, то есть, это у нас позиция P. Нам нужно сдвинуть по вектору N на некое расстояние S. Скаляр – это вектор, вектор, скаляр. Ну и, соответственно, сдвинуть несколько раз. То есть, это число, ну, как бы число итераций наших. Вот. У меня есть очень простенький blackbox. Я им постоянно пользуюсь. Position shift by normal. Мы видим вектор P. P и N это вектора, S это скаляр. Рандом нам здесь не нужен. Соответственно, нам нужна позиция начальная нашего рутового партикла. Нам нужна некая нормаль. Давайте задавать относительно вот этого как бы дамми все. Ну, то есть, чтобы его ориентация влияла на ориентацию наших этих чисел. Соответственно, нам нужно взять alignment этой ноды, извлечь direction, стандарт get direction и взять какой-то из этих трех векторов. Какой? Например, ну, наверное x. Давайте попробуем взять x как и, соответственно, нам нужно несколько раз это сделать. То есть мы берем номер, который там 0, 1, 2 в случае числу итерации равным 3. И нам нужно отсюда выходит 1, 2, 0, 1, 2, и нам нужно умножить это на наш сдвиг. Вот. И теперь нам нужно уже рождать наши numbers по итератору. Соответственно, каждый раз, когда итератор срабатывает, у нас рождается один particle numbers, потому что здесь стоит pcall. И позицию задаем вот так. Давайте посмотрим.
Да, вот что-то, в принципе, все. Соответственно, мы видим, что все это работает. Я хочу сдвигать влево, но я не хочу, чтобы у меня было отрицательное число. Давайте здесь тогда сделаем не плюс, а минус. Вот, и, соответственно, этот параметр, это, собственно, кернинг. Давайте его выведем. Стандарт float. Переводим это в режим multiply. Не забываем, чтобы наше число умножалось на наш кернинг. Назовем это кернинг. Там, не знаю, 10 будет. Окей. Ну, как я и говорил, то есть эти параметры мы все вынесем потом наружу. Ну, возможно, я не буду этого показывать, потому что это очевидно. Ну, в общем, теперь понятно, у нас есть какие-то разряды. Соответственно, нужно как бы particle, который представляет разряд, запоминать номер этого разряда. Ну, это вот 0. Ну, разряды. Давайте я опять что-нибудь нарисую. Разряды. То есть разряды числа. 0, 1, 2, 3 и так далее. Это, собственно, наш number. Нам нужно его запомнить. Давайте создадим новую переменную, назовем ее это integer, назовем ее digit, если я все помню, правильно помню, это значит разряд. Так, и соответственно будем это все дело запоминать. Digit, мы этот номер запомним. Но чтобы проиллюстрировать, давайте я вызову debug log и покажу, что записывается. Мы видим 0, 1, 2. Соответственно, это 0, это 1, это 2. Ну, то есть эти партиклы. Беру. Так, мы имеем число с тремя разрядами. Ну, точнее, мы имеем три разряда. Число у нас пока обычное, одноразрядное. Давайте запишем какое-нибудь трехразрядное число и постараемся его вывести. Допустим, 469. Понятно, что здесь нам нужно вывести еще и разряд. И, то есть, нам как-то нужно взять вот это и разделить число отдельно на разряды. То есть у меня уже, я немного забегу вперед. У меня есть blackbox, я сделал, ну, точнее, небольшой separate digits, небольшой expression оператор, и который делает всю магию. Вот. То есть мы видим, что чудо произошло. Давайте посмотрим на этот expression. Что мы здесь видим? Мы здесь видим некие функцию mod и некий float. Давайте зайдем в help, посмотрим, что это значит. Что значит mod? Это остаток p, деленное на q. Грубо говоря, он берет дробную часть. То есть он отбрасывает целую часть и берет дробную. А floor, он наоборот, он округляет, он отбрасывает дробную часть, оставляет целую, но целую, как бы ближайшее целое вниз. Ну, то есть он округляет до ближайшего целого значения вниз. А sail, соответственно, делает то же самое, но округляет вверх. Давайте, то есть, ну, как бы, давайте я начну немножечко писать. Ну, то есть я просто поясню, что вот это делает. То есть я это каким-то неким экспериментальным путем к этому пришел. Вот. И постараюсь немножечко как-то прояснить.
То есть мы имеем 469, это наше А, а Б как-то все очень в кривь и в кось. 0, 1, 2. Я хотел подчеркнуть, что это отдельные числа. То есть, соответственно, при b равном 0, мы наш expression должен выдавать 9. При b равном 1 он должен выдавать 6. И при b равном... Господи, какое b... равном 2, он должен выдавать 4. Соответственно, допустим, b равно 1 для примера. То есть мне нужно в числе 469, сначала я избавлюсь от четверки с помощью оператора mod. А потом я избавлюсь от девятки с помощью оператора for. Точнее, не оператора, а функции. То есть, эту часть у нас делает... То есть, от четверки я избавляюсь вот. Вот. Давайте запишем и поставим. То есть, mod... 469, мы видим 10 в степени b плюс 1. B у нас равно 1, это 10 в степени 1 плюс 1. То есть это 100. Это будет 69. Ну, то есть, еще немножечко поясню, как работает мод. Это, грубо говоря, если 469 поделить на 100, то будет 4,69. И вот это число берет мод. Окей, от четверки избавились. Давайте избавимся от девятки. То есть, от девятки избавимся мы следующим образом. Floor, наше 69 делить на 10 в степени b, 10 в степени 1. Это понятно, это floor 6,9, это не запятая, это именно decimal sign, это 6,9, это будет 6. Собственно, вот. Так это работает. Мы можем подставить любое другое число, там b взять двойку, и у нас все срастется. То есть при двойке он выдаст четверки, при нуле он выдаст девятки. Так что это выражение работает. Как бы, надеюсь, это все я как-то внятно объяснил, ну, насколько смог. Так, осталась фактически самая простая часть, это реализовать, собственно, сам таймер. Соответственно, нам число нужно писать как-то по таймеру. Давайте назовем это... Numbers, там, не знаю, таймер. Соответственно, нам нужно... брать нашу группу числа. Очевидно, нам понадобится какой-то таймер. И очевидно, мы будем писать наш... мы будем записывать наше число по таймеру. Ну, понятно, что когда у нас должен срабатывать наш таймер. Ну, допустим, пусть он срабатывает, мы зададим некий тайм-интервал. То есть, пусть он начинается, там, не знаю, ну, соответственно, start frame, ну, нас интересует start frame, то есть, end frame пусть там будет какой-нибудь запредельный. И, собственно,
Start frame мы потом выведем наружу. Helpers. Здесь прям была frame, по-моему. Да, вот frame. Ну, пусть сначала будет нулевой. Все это стартануло, соответственно. Сюда нам нужно уже подавать партиклы, которые вылезли из таймера. Соответственно, нам нужно frames. Это наш таймер cycle, то есть цикл. Давайте их выведем. Тоже helpers, integer. Это, собственно, наш... таймер цикл, пусть будет, не знаю, 100 фреймов для начала. И, соответственно, у нас есть, допустим, мы зададим начальное и конечное число для нашего таймера. Пусть будет, ну, это у нас будет старт number и, соответственно, какой-нибудь end number. Что нам с этим делать? Очевидно, что на выходе у нас должно меняться, то есть у нас на выходе есть... Давайте вот рассмотрим, что у нас time relative отсюда выходит. Давайте снова как-нибудь. Мы имеем два диапазона чисел. Time relative это 0, 1. Я планшет отложил в сторону, поэтому да здравствует каракули снова. И нам нужно это как-то преобразовать. Наш этот start number. Господи. То... Как преобразовать два диапазона? Обычно эта функция называется, ну, там, например, в некоторых экспрешенах она называется fit. Ну, понятно, втиснуть или поместить. И, или remap. Давайте поищем... В интернете, то есть если ввести в Google remap value function, и первая же ссылка будет наш expression для... То есть мы видим... То есть вот если это взять, скопировать... Ну, я не буду это набивать, у меня уже есть black box, который вы можете сделать. PR... Вот он. Соответственно, наш time relative это value, то есть это от 0 до 1, а low и high 2 это, то есть у нас видим первый диапазон low 1, high 1, и он преобразуется во второй диапазон low 2, high 2. Соответственно, мы знаем, что relative меняется от 0 до 1, поэтому low 1, high 1 это 0 и 1, а вот эти это, соответственно, так, remove, а это, соответственно, наш второй диапазон. Вот, если заглянуть в remap, мы видим, что... То есть это просто copy-paste. То есть даже и оно работает. Ну, допустим, пусть будет там, не знаю, начальный 123, а финальный пусть будет там 967. 956.
Давайте смотреть. Но мы видим, что этот таймер, он уже перезаписал наш вот этот вот, как бы, то, что мы задали при рождении, он, то есть оно уже не работает. То есть сейчас, ну, собственно, вот, все. Осталось только... Ну, давайте сделаем еще какой-нибудь ассет, который выдает рандом. То есть это... Давайте назовем его... Ну, мы помним, что в таймере у нас несколько режимов. Numbers... Random... То есть у нас будет работать либо этот, либо этот. Давайте пока выключим и random. То есть мы берем нашу группу numbers. Очевидно, нам нужна память. Очевидно, нам нужно перезаписывать наше число. Очевидно, нам понадобится какой-то random. Очевидно, что нам понадобится, ну да, давайте вот эти числа, ну их надо вынести, естественно, но я их сейчас просто скопирую. То есть рандом пусть генерится в тех же самых диапазонах. 1, 2. То есть давайте просто сначала подадим, посмотрим. Рандом у нас по дефолту работает per call, это в каждом. То есть мы видим, что в каждом кадре они меняются. Возможно, ну то есть если это проигрывать, то может быть это то, что требовалось, но допустим я хочу, чтобы они менялись не так быстро. Соответственно, нам нужно еще один, как бы, то, что называется increasing chance over time, то есть увеличение шансов со временем. Давайте helpers. Нам снова нужен random. Какой-нибудь, пусть до 1000 генерит. Ну, или ладно, пусть до сотни генерит. Тоже. И нам нужен, соответственно, condition. Пусть будет inside. И нам нужно некое пороговое значение. Float. Это... Пусть это срабатывает не всегда, а только... ну, там, не знаю, 10. То есть вот это, собственно, change probability. То есть это скорость изменения. Что происходит? Он каждый таймстеп, он генерит какое-то число от 0 до сотни. Потом мы проверяем, попадает ли оно в диапазон от 0 до 10. И если попадает, тогда срабатывает. Соответственно, уменьшая вот это значение, мы частоту снижаем. То есть давайте еще снизим. 2. Ну вот мы видим, что они меняются, но уже не в каждом кадре. Ну, собственно, вот, то есть осталась только техническая, как бы, задача вывести все нужные крутилки наверх, там все это причесать в black box. Вот. Ну и давайте уж последнее, как бы, по поводу velocity. Давайте нашему руцу зададим какую-нибудь скорость. Что происходит? Мы видим, что он улетел, а число наше осталось.
Нам нужно, я хочу, чтобы они были к нему прикреплены. Соответственно, нам нужно завести переменную типа particle. Вот. Чтобы и этот, так сказать, рутовый particle писать нашим. То есть записывать своего хозяина, своего родителя. То есть мы этот particle рутовый, мы всем этим цифрам запишем. Они помнят своего, кто их породил. Давайте зададим, ну, то есть прикрепим эти все цифры. Create. Мы берем numbers, берем memory. Вызываем наш particle, нашего хозяина, рутовый particle. И Dynamics PyTouch. PyTouch. Как ни странно, что прикрепляем это particle to, а куда прикрепляем это particle from. Смотрим. Да, все классно. То есть наше число улетает. Я хочу, чтобы у нас отображалась velocity. Соответственно, нам нужно извлечь velocity, но не наших намберсов, а нам нужно velocity рутового партикла. Соответственно, мы извлекаем наш рутовый партикл. Вот он отсюда, root, выйдет. И мы измерим его скорость. Соответственно, нам нужен helper стандарт particle data. То есть нам нужно взять не position, а нам нужно velocity. Ну, velocity это вектор, а нам нужно, как бы, нам нужно скалярное значение. Соответственно, это expression длина вектора. Длина вектора на входе, ну, наверняка где-то в блэкбоксах есть, у меня просто мне, по-моему, быстрее набить, чем искать velocity. И вместо наших этих там намберсов мы подадим просто скорость. Ну вот видно, что это скорость. Но, как я и говорил, можно, опять же, как я и говорил, можно задать particle в секунду. Вот. Вот они разлетаются. Что-то слишком их. Вот. Ну, давайте, чтобы увидеть изменение скорости, давайте на эти, так, на руцы каким-нибудь драгом подействуем. Динамик, фрикшн. Вот, чтобы они замедлялись. И посмотрим изменения. Ну вот видно, что они замедляются. Или давайте. Ну, в общем, причем у нас alignment, он, так, у меня просто работает. Ну вот, кстати, еще один момент. Мы видим, что они разъезжаются. Нам нужно alignment этих партиклов тоже по этому даме выровнять. Это burst. То есть нам нужен оператор set alignment, alignment. И alignment взять нужно от вот этой ноды. Да. Теперь все работает как должно. Ну, собственно, все. Это весь функционал, который у меня был. Ну еще там Vertex Color у меня был.
То есть Vertex Color это, в принципе, то же самое. То есть мы берем наш ремап. Так, копия. Paste. Только здесь все наоборот. То есть мы, ну давайте, как бы пусть у нас снова это в режим таймера переключится. Давайте зададим снова, пусть будет один particle. Нам нужно, то есть мы берем наше число. Давайте vertex color. Но сейчас нам нужно сделать обратное. То есть мы знаем, что наш number меняется от вот этого до вот этого. А на выходе нам нужно 0,1. Соответственно, 0 и 1. Ну, то есть это 0, это 1. Это у нас выходные значения. А это у нас будет входные значения. И, соответственно, ну, можно было там этот таймер relative записать в память. Это, наверное, было бы даже проще, чем плодить, но не важно. То есть и это скаляра, нам нужен вектор. Вот. И это vertex color. И давайте посмотрим, проконтролируем vertex color. Ну, да. Вот теперь точно все. Там какие-то мелочи, и как это все организовать, это уже неинтересно, и это было в других моих туториалах.